Мизалайт что, у стоматолога? Он ей делать собирается. Ого, он ей зубы вылечил. Я тоже так хочу. Прикинь, просыпаешься, у тебя такие... В школе конкурс красоты Мизалайт. Я болею за центральную. Она точно выиграет. У Мизалайт день рождения. И с ней тут есть ее парень. Они тут торт кушают. Смотри, ее в торт окунули. Ну, такими зубами можно... За 3 секунды поставить лайк и подписаться, у того весь год будут исполняться желания. Считаю 3, 2, 1. Мур, люблю тебя. Всем привет, друзья, с вами Лера и Сонечник, как обычно, Балди. И сегодня мы будем смотреть самые прикольные анимации. У Кэтнэпа день рождения, посмотри. Очень много. Он бьет гримасей. Кэтнэп, ты же не поверишь. Его сейчас разорвет. А это история про детей в школе. Мизалайт пришла. Лера, ты видела, он рыбку запускал, как самолетик. Ого. А, она добрая еще. И она хочет всем раздать карандаши, чтобы все рисовали. Девочка поранила ножку. Надо полечить. Ой, у нее, смотри. Блин, она... не останавливается. Еще больше. У-у-у, нет! У нее какая-то падкость на кровь, видать. У нее, короче, кровифобия. Если она видит кровь, она становится сумасшедшей. Ей нужно постоянно принимать лекарства, чтобы бороть в себе эту зависимость. Он лягушку порезал себе палец. Ой, нет, это кровь. Еще больше. Слушай, может, она вампиром когда-то была? Может быть, она уже вампир. У нее закончились таблетки. Что же делать? Она начинает превращаться. Детям нужно бежать. Фигово. Дайте мне мою булаву карандашную. Что у нее в руках? Она в куклу превратилась. И она снимает себе лицо. Ой, детвора, контрольная отменяется, все на перемену. Ой, мальчик, ей чуть-чуть порезал. Чуть-чуть. Совершенно чуть-чуть. У нее у самой кровь пошла на лице. Она в себя пришла или нет? Да, пришла. Кэтнэп приближается. Он это когда котики приближаются, когда ты прячешься. Да, белка! А что со стенами? Привет. А, он милашка. Ой, это же помни. И тут есть еще такая чашка какая-то. Это помни на кухне. Она увидела человека, который ей предложил что? Чебурек? Что это такое? Это пельмень? Возьми, а что это? Это булочка. Помни голодная, посмотри. А, это такой маленький пельмешек. Это хинкаля. Серьезно? Да. Посмотри, оно размером с пол помни. Она голодная. Нет, с ее руку. В цифровом цирке фигневая еда. А потому что им не надо есть, у них цифровая еда. А мне дали настоящий пельмень. И она решила, что ей пора в туалет. Да. В стул. Уи! Пока-пока. Она не разбилась? Перекрестим, помолимся. С Богом. Все. Да. Так и закончилась история. А стакан так и остался стоять. Ну да, он был там просто спрятаться. День рождения! Уи, Мизалайт! И все улыбающиеся зверьки сделали. Она всех убила. Очень странно. Я знаю. Попшика, все, Мизалайт, я готов. Это, я тут... хорошо пахнет. Это теперь. Что, не в палатке или что? Она за ним пришла. Куда, в палатку? Не. Она его... Ой, Лера, ты это видела? Там было нет, прям... ну лучше бы я этого не видела. Подробно-преподробно. Он помнит Кэтнэпа. У меня тут есть еще больше карандашей. А что Кэтнэпа? Nintendo Switch. Мне не надо, я сам буду в коробке. Ай, сердечко покажите. Ай, это я что, люблю тренд? Эти сердечки. Вау, Кэтнэп, вау. Хоппи, давай, прискакал. Он сделал свои вот эти ноги. С любовью. Сердечко вот такое. Кусок железки. Да уж. Хикин-чикин. Примотался. О, вот так вот. И сделал сердечко. Построил из чего-то. Да. О, девочка жила с Кэтнэпом. Он еще такой милый, маленький. Еще не монстр играет. Посмотри, свечка горит. Нет, не надо! Пожар. А девочка сидит, короче, вообще девочка, не может. Девочка, может быть, может, надо как-то спасать. Может, надо тушить? Вот именно. Ну да. Нет. Как-то они поздновато спохватились, и пожарники не сразу не приехали. Котенка забирают у нее и вытянули на мусор. Потому что котенок, типа, этот пожар устроил. Да. А родители, так теперь им самим жить негде, не то что котенку. Ну, вот они пойдут котенку на мусорник жить, а котенок побежал, наверное... Он увидел ее уже собачкой, и он подумал, что он больше не нужен. Блин, девочка его предала, а ведь она его так любила. Ну подумаешь, спалил ковер, ну подумаешь, спалил дом, ну подумаешь. Ну хороший... подумаешь, спалил все, ну подумаешь. Это ее семья, и она щенку. Они построили новый дом, походу. И он пришел, смотри, Кэтнэп. Собака такая, о господи, мальчик, я не удивлюсь, это будет Dog Day. Серьезно? Он им всем надышал.
И они все начали засыпаться. Кэтнэп, мы не можем спать, но теперь нам стало сильно весело. И потом они такие, ура, мы как будто, блин, вообще офигели, сошли с ума. Не, ну они просто заснули, ничего страшного. Все. Просто прилегли спать со странной улыбкой на лице. Только идет, маленький Кэтнэп спит. Он такой, о, милашка, вообще. Вообще милашка. Вообще. Такой, вообще такой. Такой милашка. Он еще не чихнул, Лера. И только я такой, это было смертельно. Видела? Он такой, ура, ура, цирк, цирк, шоу, шоу. Классно, сын, ты его... Положил. И доктор, он такой, привет. Доктор такой, я сплю. Давай я тебя молочком покормлю. Будешь есть? Не буду я есть ничего. Что ты, откуда ты скотч взял? А он рот залепил, он такой, я тебя заставлю. На, пей. Вот так вот. Блин, почему он не вставляется в него? Да, потому что кошка не хочет. Если кошка не хочет, не засовывай. На, все, пей. Он такой, фу, не буду я пить. Вот тебе еще газ. Он такой, это было смертельно. Все. Он опять заснул. И сам пьет же это же молочко. А, короче, в молочке что-то было? Он такой, что ты хочешь? Я просто... Хочу убиться? Я хочу себя уничтожить. Нет, стойте! Что вы делаете? Кэтнэп не хочет, чтобы нянечка покончила с собой. Отдай мне. Я хочу закончить то, что... А, что оно? Его... Что это такое? Он примагничивает все металлические предметы на кухне. О, господи, мамочка, они все в меня летят. Прямо в Кэтнэпа, Лера, там нож летел. Ты видела? А там... В Кэтнэпа? Серьезно? Холодильник целый. Слушай, у него прям сильный магнит. Холодильник примагнитился. Догдэю хана. Он такой, ой, как весело. Бутербродик. Догдэй такой, господи. Я сломал всю кухню. Что произошло с моей комнатой? Я тут просто играл. Сколько может беды натворить один милый котик? Что делать, что делать? У меня есть идея. Все. Огурец. Это твой страх. Нет, огурец это единственное, чего я боюсь. Все, я тебя покончу, все, вот я. Вот тебе зонтиком волшебным. А зонтики это то, что я боюсь. Он раскрылся зонтик в нем, он такой, все, пока. Фух, слушайте, это прям история похожа на предыдущую, когда Кэтнэп все спалил, сжег. Ну так хорошо. Вот, нянечка, у вас еще это, 8 часов с малышом, посидите. Не надо моего ребеночка выставлять за дверь. Кто тут? Знаете, берите, пожалуйста. Бесплатно забирайте. Пожалуйста, позаботьтесь об этом малыше. Спасибо, пожалуйста, все убежали. Ау, Крафти, он с ним был Крафти. Он говорит, типа, фу, все, я тебя положу. Спокойно, малыш, спи. Мисс Делайт, ты даже не представляешь, что тебя ждет с этим ребенком. Док, дай бы тебе рассказать. О, господи, мамочки. Дискотека. Он спит, спит. Она заходит в дискотеку, она уходит в дискотеку. Это уходит. Спикермен. Ага, пришел. Она такая, о, господи, мамочки. Я сейчас его напугаю с-под кровать, и он сейчас проснется петь караоке, а я такая, вы поете великолепно. Тебе хана! Все, кот, я знаю твой секрет. Ты думала, я вышла? Но я была в комнате все это время. Господи, мамочка, я его напугала. Спокойно, спокойно. Спи, спи. Вот тебе еще одного Кэтнэпа, он такой, шо за нас? Это же маленький. Это не я даже на него не похож. Вот тебе PlayStation. А это PlayStation? Я не хочу PlayStation, дай мне что-то. Вот тебе кувалда. Он такой... Ой, класс! Мисс Делайт, это ваше любимое оружие! Мои карандаши вылетают, Лера! Съешь, ешь, ешь! Да блин, почему ты не ешь? Ешь! Все, она его покормила, наконец. Попалась. Он что хочет? Он поджег ее. А что, так можно было? Походу. Там была острая манная каша? Очень сильно. Не, он взял спичку. А, спичку? Они пришли. Мисс Делайт, где ваши волосы? Они самые испарились. Их нету! На тебе! Нет, стойте, подождите, меня Кэтнэп убьет! Сейчас, где я? Толпану. Крафти такая, нет! Погодите, кто-нибудь, Крафти, влетай! Ой! Догдэй погиб. Все. А Крафти подстукается. Что, мол? И колдует на Мисс Делайт. Они все малыши. Слушай, она лысая, как я прям, Лера. Вау, балдеть. О, господи. Ей прям в голову вставили эту кувалду. И дискотека продолжается. А вот это следующая история про Крафти. Она хочет сбежать, а все эти твари уже готовятся ее связать. Кушать изнутри. Ага. У меня есть идея. Давайте я вытащу. Я толстая слишком. Подожди, я не могу. Нет, Крафти, ты же похудела. Ты худенькая. Крафти, давай. Худышка. Все такие. Двери, хватай ее за ноги. Наконец-то. Я тебя вытащу. Мне кажется, половина. Ты меня вытащил. А ноги остались зверям на обед. Это фигово. Что они делают?
Они выпустили мисс Делайт? А так можно? Фигово, у вас очень сейчас фигово. Бегите, быстрее. Сейчас же будет это ее трагическая смерть, как обычно. Да, ой, блин. А чё? Короче, мисс Делайт... А, я знаю, он, короче, сейчас ее ноги возьмет и прикрутит к Крафти. Серьезно? Я угадала? Вы представляете? Крафти, хочешь так? Крафти, мисс Делайт, объединение! Ну да. Вау, как реалистично. Классно, тебе нравится? Горошек. А что там? Она воняет бабушкиным погребком. Походу. Мне фиг. А, она воняет с этим, чем мисс Делайт отравилась, то что она стала такой ужасной. Короче, Крафти, это платье нельзя было надевать, потому что оно проклято. Оно мисс Делайт, оно было мисс Делайт. Она его никогда не стирала. Вот именно. Мамочки. Это мисс Конь. Они такие все. Нам хана. Ой, они друг друга. Они должны объединяться. Будут единое целое. А может быть, они поменяются наконец? Им давно пора помириться. Ой, а тут еще одна лошадь. Мисс Делайт, а тут Крафти и Буба. 10 минут назад, короче, до того, как это было. А, Кэт Нэмп сидит со своими малышами. Они что-то подумают. Я так когда они свой диван зашьют, Лера? Они тоже хотят это молоко, а зачем они хотят? Слушай, я не знал, что лошади и слоны любят молоко. Я тоже не знал. Все. Надо похитить. Они исчезли и в сайт купили это а молоко. Кот по-прежнему, смотри, за малышами смотрит. У меня такие малыши молочко любят. Это молочко их сделало. Проникает в ДНК и делает их придурочными. Нет, они стали коты, котами. А это кто-то типа молоко, которое превращает в кошаков? Походу. Кто забрал у нас молоко? Все, ребят, вам хана. Они стали котами. Так посмотри, какие мы еще странные. Они такие, я вас убью. Блин, нам фигово. Он такой, у него сирена во рту. О, нет, он вызвал улыбающихся зверюшек. Валим быстрее, они на нас нападают. Они выходят со всех сторон, надо быстрее. Я люблю котов. Ой, мисс Делайт у нас кошатница. Это фигово. Да. Да. А вот как раз на этом моменте мы и начали. Я бы не хотел быть, если бы был котом, чтобы у меня хозяйка была мисс Делайт. Я бы тоже не хотел. Крафти аж от перепугу начала использовать свои... Что? Ой, от мисс Делайт такая... Она тоже стала котом. Вот это да. Она так, все, теперь тебе хана, мисс Делайт. Дай 5. Мы теперь все коты. Добро пожаловать в наш цифровой цирк. Сегодня я вам покажу наш... Меня зовут Кен, типа. Я вам сегодня покажу наш Кэтнэп, который вообще не состоит в этой игре, но я не знаю, почему. И у него почему-то нет глаз, мы не знаем, почему. Он почему-то здесь. А вы кто такие? Я, о, Кэтнэп. Все такие, я спать. А, короче, представление фокус называется, на души на публику. Джекс такой, подожди. Ой, нафиг тебя. Ты какой-то странный Кэтнэп, ладно, все. Он продолжает дышать. Он такой, стой, стой. Это у вас кот сломался. Извините, я... Он ее поклонился. Заснул в такой странной позе. Я на тебя надышу, рогатая такая. Тут воняет. Они все засыпают. Помни, такая валим-ливаем. Слушай, так у них цирк, блядь. Помни, психанула и спрыгнула в пустоту. Кэтнэп такой, ладно, пускай. И Кэтнэп новый конферансье. И он так... Кейн такой, добро пожаловать. Тут кот. Наша следующая история. Тут Пум умерла. Ребята, Пум не сдохла. Что? Кейн? Мы просто призраки. Видишь, вон там мое гниющее тело. Все еще красив, как никогда. Тут все призраки. Походу. Что случилось? Ты не спишь. Успокойся, я хочу помочь. А почему она умерла? Джекс? Крайне отравленные печеньки, и мы дали это новость. Джекс их убил. Отравленные печеньки? Не знаю, захочет там, может, да. Ты? Пахнет чудно и выглядит любо. Вот эту или эту, а может быть эту. Сама ты люба. У них одна начинка. Пир за короля. Вкусно. Они же все отравленные. А зачем Джек всех убивает? Я не знаю, может, он хочет стать типа самым главным. Осталось четверо. Это только начало. Призрак, помни. Да что? Мы оба такие. А можно сделать так, чтобы я тоже не съели. Как? И найдем волшебную палочку. Кейн, слушай, давай что-то делать. Но это весело. Мы можем летать, ходить сквозь стены, туда-сюда. Кейн, это не весело, верь мне. Если его тело здесь, трость должна быть рядом. Нашла. О, нет, я не могу. Ты же призрак. Я чертов дух. Ага. Они не могут брать ничего. Они прозрачны. И никого трогать, и их вообще не слышу. Да? Блин, сейчас рогата съест один из них. Нет, Агата, не надо, не ешь, нет. Вкусно. Вера, а как им сказать, если они призраки? Как им дать знак? Я даже не знаю, мне кажется, никак. Плюс один. Что со мной?
Рогата, ты померла. Ты прикончила меня. Это было печенье Джекса, Рогата. Печеньки. Стоп, я летать могу? Господи, Рогата, это не весело. Вы должны убрать. Странно все в этом цирке. Капу, не надо. Дай мне, это плохо. Хотя бы ты остался. Кауфман, не ешь печенье. Не ешь печенье. Это ты? Да, ты меня правда слышишь? Дело в том, что когда я рассеялся... Ты должен мне помочь. Джекс кормит всех печеньками и травит нас один за другим. Кауфман их слышит, Лера! Прикинь! Помни, ну у тебя и воображение. Пожалуйста, Кауфман, ты изнак, ты можешь нас спасти. Что ж, за призраком я еще не гнался. Обалдеть, Кауфман их видит, Лера! Да, это единственный шанс. Это смертельно вкусно с особым ингредиентом. Открывайся, давай! Слушай, мне кажется, Джекс в конце сам съест. Пора капели лечить больше. И торжественно будем. Будем молить. И готово. Идеально. Они не обращают внимания, когда берут печенье, чтобы какой-то вонючий. Не подведи меня. Он услышит. Эти даже лучше. Что это там? Что? Ты был прав. Замолчи уже, если не хочешь под следующим стать таким, как я. Он тоже там. Походу. Блин, вот она. Сейчас посмотрим, что же я вижу с зорким глазом. Ничего подозрительного. Ничего не видишь. Он просто ушел, помни. Зачем он это делает? Я не знаю. Успокойся. Все будет в полном порядке. Это ты. Ты шпионил за мной. Попался. Я тебя не найду. Привет, здравствуйте. Джек. Я просто искал свой... Может, хочешь печенька? Нет! Только нет! С печеньем. Нет! Отдай-ка мне! Нет! Ну, я хочу съесть его печенька, пожалуйста, дай мне. Джек, у меня просто аллергия, я правда не могу. Всего одно. Беги, быстрее! Нет, нельзя! Закрой, стисни зубы! Нет! Только что? А ты можешь толкать? Серьезно, она молодая? Помни, не могла! Может, она не может брать предмет, но может толкать здесь. Может быть, это нужно попасть в королеву Глэнча. Мне стало быть хорошим кроликом. Было больно. Конечно, колонна прибыла. Куда он делся? Беги, или он уберется. Чертов клоун, я найду тебя. Тебе стоило поверить мне сначала. Надо найти Брускейна. Это единственный способ исправить ситуацию. Ну что ты обдохнул? Вот и Кейн. Отрасть где? Вон она лежит, слепой ты. О, наше спасение. Давай, я возьму его колдуй. И... Ну а? Ты и медленный. То что надо. Зубл, можно мне? Не-а. Отдай, Зубл. Ну уж прости, у меня ноги нет, так что мне нужнее. Вы что собираетесь? Да, скажи ей. Я увидела первое. Дай ее мне. Я же сказала нет. Просто отбери у нее. Отбери. Да. Ну ты же сильный, ты же мать, да. Кто хочет печенька? Очень вкусные. Зубл, нет! Зубл, не ешь! Не надо, Зубл, у нас рта нету! Зубл! Завидно. Она глазом съела. О, нет! А глазом не работает. Быстрее, бери, трость, быстрее. Вот и палочка сработала. На одну меньше. Что? Я парю? Я все еще тут! Помни, это все ты! А почему она же на пол? Не знаю, потому что она ближе к всему. Я пытаюсь помочь недостаточно. Кауфман! Ешь! Не хочу! Давай, клоун! Не надо! Трость! Давай, трость! Быстрее! Затянись! Затянись! У тебя же длинные руки! О, нет! Дотянуться! Давай! Роняйте колонну! Колонну роняйте! Опять? Да! Взял! Давай! Колдуй! Да! Наконец-то! Нет, Кауфман! Прелестно! Молодец, Джекс! Не могу поверить! Конец! Мы не вернем наши тела! У тебя да уж! Он чуть-чуть не успел! Совсем чуть-чуть! Я не виноват! Пожалуйста! Надо было просто использовать вот то, именно! Что было в руках! А теперь... Мы все сдохли! Друзья мои, что Кей. У вас происходит? Ничего. Кейн, все плохо. Это что ты делаешь? Он может поднимать? Взял ее. Но ты призрак. Она волшебная. Это могут все. Кей. Класс. Так это и помни могла сделать всегда. Серьезно? Ну у нее же не получается. А что Кейн какой-то темный сейчас светлый? Я не знаю. Спасибо, Кейн. Он что так мог сделать все это время, Кейн? И ты так долго ждал? Он просто хотел полетать. Вау. Мне кажется, сейчас Кейна все должны побить. Сработало. Нет, старше это же. Да. Теперь моя очередь. А что же? Потрясающе вернусь в свою силу. А может быть, количество оживления ограничено? Может остановиться в очередь пораньше? Сперва вернем нашего старичка-королера.
короля. А где он, кстати? Меня? Да, пожалуйста. А, он спрессовал. Он, короче, спрессовал там в уголочек. Спрессовал. Теперь меня, Гейм, я следующий. Она даже любит летать, ее можно не превращать. Не, да, она хотела вернуться, она такая прилетела. Пожалуйста, верни. Я жива. Одного там, другого здесь. Да, наконец-то меня, давай. Пожила? Да. Ура. Сработало. А как Кейт сам себя превратил? Мы все живы. Ну, а теперь превращай всех в котов. А теперь самого себя. Все, быстрее. И теперь превращай в Джекса. Победа. Последняя, последняя партия. Да, они живы. Они его троллят, смотри, вокруг тебя. Я жива, Джекс. Как это возможно? Я же... Она выходи. Ты слишком много на себя взял, кролик. Предатель. Ты заберешь печеньку, кто хочет. На, ешь все свои печеньки. Поняли. Хотите печеньку? Нет, прошу, перестань. А, не все ему печеньки теперь ему скармливают. А он умирает, его возвращает. Ему скармливают еще. Он умирает и возвращает. Вот это было. Ребята, если понравилось мое видео, ставь лайк, подписывайся на мой канал, жми на колокольчик, чтобы первым увидеть мое новое прикольное видео. И увидимся в следующем видео. Пока!